Всем привет, друзья, это Regal Channel HD, и мы с вами продолжаем проходить Battlefield Hardline. На очереди у нас эпизод 6, который называется «Банкрот». Тайсон и Хай подкапывались к новой операции Долза. Самое время потянуть за ниточки и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, давайте посмотрим. Прошлая серия, мы сбежали из тюремного заключения, так скажем, еще не доехав до тюрьмы. Нам в этом помог и Тайсон, и теперь будем смотреть, что получится в итоге с Кай. А, она Хай, а там она Кай была. В общем, не суть. С этой женщиной-китаянкой, которая, я думаю, на самом деле, что предала нас, а оказывается, это типа ее хитроумный план. Типа вывести их босса на чистую воду и всякое такое. Ладно, давайте. Так. Все, давайте смотреть. Ранее в Hardline. Одна охрененная сделка намечается. Тебе тут перетереть надо. О, ты шутишь, мать твою? Мы можем доверять только тебе. Ну а мне-то от этого что? Долз должен понять, что за содеянное им придется отвечать. Неужели такой трудный выбор? Я Джулиан Долз. Говорят, что я зачищаю Майами. Так и есть. Я устранил нескольких негодяев, но мне многие помогали. И вот я отдал уже много лет офицерской службе. И как нетрудно это признавать, я считаю, что методы работы полиции, особенно наркоконтроля, неэффективны и старомодны. С вашей поддержкой вместе мы создадим будущее правопорядка. У твоего старого капитана было свое дело. Зачищал Майами? Тоже мне. Начальнику полиции Америки. Откуда эта чушь? Видео для ангел-инвесторов. Слышал о Preferred Outcomes? Нет. Еще услышишь. Долл считает, что будущее за приватизированными правоохранительными службами. Preferred Outcomes — это его компания, которая пытается монополизировать рынок. Я передумал. Верните меня в тюрьму. Может, позже. Сначала это дело закончим. Дилерский центр. Нет, крыша корейской мафии. И Долл в этом замешан. Надеюсь, доказательства у тебя есть. Нет, но я все же найду их. У нас там свой человек. Его зовут Бумер. Работает удаленно айтишником. У бандюков. Вдвоем подберете его рядом с этим автосалоном. У него есть данные, которыми можно надавить на Доуза. Напомни-ка еще раз, почему я должен доверять тебе? Потому что ты единственный, кто ненавидит Доуза больше, чем я. Исчерпывающий ответ. Фига. Это я думал, заставку скипнул. Мы твоего Бумера уже час ждем, Хай. Он не отвечает, не к добру это. Без него у нас ничего не будет на Доуза. Ну, это не факт. Ты хочешь, чтоб мы вошли? Внутри кто-то остался? Ну да. Три чувака. Раз не налажать! Они выдвигаются. Значит, пора взламывать. У них должны быть какие-то отчеты, данные о покупателях, кредитные рейтинги. Все, что я раскопала про это место, гнилое напрочь. Найдите этот комп. Флешка сама подберет пароль и заберет файлы. Просто ставите и вытащите. Нет? Я бы точно не купил тачку у этого типа. И Ник, следи за Бумером, ладно? Он хороший парень. Сделаем, что сможем. Тоже мне нянек нашла. Припаркуйся возле центра. Где темно? Оп. Блин, почему? Я уже лет 20 не грабил. Сам ведь знаешь. Ха. Не парься. Говорят, это не сложнее, чем на велике ездить. Блин, я тоже поводить хотел. Вот и в зеркала-то хоть смотри-то, но...
Тоже мне парковщик. Ну все, погнали. Или я один, или мы с тобой вдвоем, Тайсон. Вдвоем неплохо. О, меня снабдили этой херней, которая была у меня в плане оружия. О, тихо. Автосалон в такой дыре. Кто-то, кому эта продажа машин нафиг не нужна. Да могли бы стекло выломать. Чё ты, господи, Ник. Сигнализации нет. Класс. Подожди, я хочу себе взять этот, как его. Тут этих компьютеров что? Во, снаряга. Так, ух ты, какая вещь. Давайте возьмем ее. Давайте вот такой магну возьмем. Бронированная вставка. Ну и электрошокер, давайте. Если он в сети, нам он не нужен. Аккуратнее у меня тут. Я опасный парень. Что там на столе? Ну что тут на столе? Ничего тут. Погоди, я что-то ничего не вижу тут на столе. А, во. Эй, что там у компьютера? Письмо какое-то? Вот он. Don't connect to internet. Понятно? Ну все, Хай. Должно сработать. Для тех, кто не знает, не подключаться к интернету. Мы беззвучную сигнализацию врубили. Ага. И эти ребята не из полиции. Фак. Они идут. Проверьте там. Нужно проверить, что это. Спокуха. Никто не должен скрыться. Бля. Эй, там проверили? Проверьте там. Тихо. Ищите везде. Да куда ты? Ищите дальше. Осмотрите все вокруг. Эй, сюда! О, выпусти меня! Ник, осторожно! Спокуха, нормально. А вот это дерьмово. Ладно, все, похрен, включай нормальный давай, аппарат. Стыло! Вижу его! Чего вы по мне шмаляете? Осторожней там! Все, спокойно. Тайсон, скоро подкрепление прибудет. Ну что, как тебе первый денек на свободе? Выбирая между тюрьмой и этим, я выберу это. Фак! Вот и они! Тихо, Тайсон, держись. Так, сейчас. Где петух? Нихера себе, вы тут это. Я попал в него. Писец они дерзкие, резкие. Три условия. Ну все, Хай. Должно сработать. А, черт. Мы беззвучную сигнализацию врубили. Ага. И эти ребята не из полиции. Они идут. Смотрите там. Нужно осмотреться. Ну так, спокойно. Сейчас главное не спалиться. Проверьте тут все. Спокойно.
Тот меня, по идее, палить не должен. Проверьте там. Осмотрите все вокруг. Да-да-да, хорошо. Эй, там проверили? Да везде проверили. Ищите везде. Рассредоточьтесь. Ну давай, сваливай, ублюдок. Ищите дальше. Передача данных пока что идет. Хорошо. Проверьте там. Смотрите там. Да смотрим, смотрим, что ты. Никто не должен скрыться. Нас тут нету. Проверьте тут все. Ой, бля, чувак там прямо стоит со мной. Проверьте тут все. Проверьте там. Сканер не это, не прощупывает. Ищите везде. Смотрите там. Не, давайте я сначала дождусь передачи данных, а потом уже будет веселье. Эй, там проверили? Давайте, хорошо, мы тут засели, очень даже неплохо. Только мне не нравится, что нас сзади палят, и вот тут вот чувак стоит. Осмотрите все вокруг. Я в прошлый раз помер, когда было 77% передачи данных. Сейчас. Никто не должен скрыться. А вот, 77, и вот сейчас я на этом моменте помер тогда. Во-во-во, 87 уже. Проверьте там. Давай, Тайсон, нам сейчас линять уже надо будет. Ищите дальше. Ну, передача что-то зависла. Давай. 88. 90. Рассредоточьтесь. 91. Смотрите там. Стреляйте в него. Чё за нахрен? Не спать. Тайсон, ты долбанулся, нахрена ты спалил-то нас всех? Надо заканчивать цель. Хватай флешку. Ай, я бы с радостью ее забрал, но нам тут с тобой, поверь, не сладко. Давай же, Ник! Да подожди, Тайсон. Все. Тайсон, скоро подкрепление прибудет. Ну что, как тебе первый денек на свободе? Выбер... Ник, Тайко, быстро! Валим! Давай. Нас там люто атакуют. Поехали. Рули. Надеюсь, это по сюжету. Они еще живы! Эх, Тайсон, ты жив. Вон там! Вот вас, суки, тут много, да? Тайсон, ты чего? Зачем мне валить оттуда? Валим отсюда! Погнали!
Давай к руслу! Эй, ты куда? Баха-муха, куда ехать-то? Эй, а ну вернись! Молота! Да ты серьезно, бля, куда ехать-то? А, ну вот куда-то сюда. Ух ты, вот это круто было! Да вообще, чай, файлы у нас, мы возвращаемся. Еще нет. Нужно найти бумера. Какого бумера? Ты шутишь, мать твою? Он ну, работает на свалке. Найти. Это рядом. Без него файлы не расшифровать. Эти парни из дилерского центра. Они у нас на хвосте. Слушай, ты хочешь взять Доуза? Без этого никак. Ясно? Ладно. Понял. Буду на связи. Нужно дать Дане то, что она хочет. Да, надо. Сорян, сейчас. Отлично. Так, тормози вон там. Давай найдем этого бумера. Да я бы сам припарковался, чё ты. Эй, прикроешь? Прости меня, малышка. Ага. Я тебя знатно убил. Там минимум пятеро или шестеро. Похоже, сигнализация тоже есть. Что делать будешь, офицер? Мочить! Что делать будем? Видел, что там мочить? Ага, Ганс паникует, как обычно. Они взяли Ганс. Без понятия. Эй, Донни, кто-то разнёт дилерский... Давай, мочить будем, что делать? Наверное, мы на очереди. Да по-любому. Да-да. Руки вверх! Вверх, сказал! А, блин, не лучший вариант я выбрал. А, я хотел арестовать. Да, не лучший варика действительно выбрал. Ну ладно. Хер с ним. Ха, суки, не спалили, да, что это я был? Грохни его! А теперь дядя Лёша покажет, как это работает. Сюда! Раз, минус. Эй! Два, минус. Смотри. Давай, Тайсон, заезжай. Вот это говно. Фак, вы серьезно? Брат, Тайсон, ты мог бы мне хоть чуть-чуть помочь-то? Фак, вот это уже ни хрена не круто. Тайсон, давай-ка мы уже вдвоем с тобой работать начнем. Береги! What the fuck? Пусть прикурит! Сюда! Я не курю. Он там! Эй, он внутри! Спокух, спокух. Там! Подстрелил гада! Смотри, как бы я тебя не пострелил, мудак. Я разберусь! Не высовывайся! Вижу его! Ой, как попал, классно. Сейчас еще попадем. Смотри-ка.
удачи. Кто этот ушлепок? Туда! Я этот ушлепок. Тайсон, блин, помоги. Минус один! Там! Поджать его! Сука! Слинял говно. Сюда! Приветик. Эй, туда! Здесь! Туда! Туда! Кто этот чувак? Блин, Тайсон, помоги мне хоть чуть-чуть, пусть пожалуйста. Обедает. Достаньте его! Сюда! А вы меня там ждете, да? Ну, извините. Черт, Ник! Вот это стрельба! Теперь я тебя точно боюсь. Думаю, можно идти туда. Конечно. А. Отпускай. Откройте, я не могу дышать! Эй! Я слышал выстрелы! Я все-таки живой, а значит, ты не один из них! Эй, не откроешь бак... Открою. Дай-ка догадаюсь. Бумер. Чувак, спасибо тебе. Ты друг Хай, да? В смысле, друг? Ничего подобного. Что с тобой такое? Меня поймали, когда я скачивал файлы, о которых меня просила Хай. Они хотели засунуть тебя под пресс? Полные психопаты-уголовники. У этих гадов свои методы. Ты же забрал файлы? Забрал, конечно. Они на моем ноуте, который в тачке. Которая с другой стороны этого склада, где полно охраны. Черт! Лучшее место для тебя – багажник. Что? Нет, 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 чувак, я с тобой. Я вернусь за тобой, обещаю. Без моего ключа ты даже на склад не попадешь. Эй! Спасибо. Эй, не-не-не, чувак, эй! Эй, не усугубляй ситуацию! Это все хорошо, но мне еще подожди, мне нужно оружейку найти. Игра в большинстве. Да, не, ролик я сейчас не хочу смотреть ваш. Будь ладно. Начеку, пока я хожу по складу. Если кто-то появится, я дам тебе знать. Задрала эта песня уже! Да мне пофиг! Тихо. А, ночка будет долгая. Он здесь, что ли? А, я понял, он здесь. А, хрен с ним, он. Пускай. Видите? Что-то стряслось! Стой, где стоишь! Какого хрена? Рассредоточьтесь! Эй! Что за выстрелы? Ну иди на выстрелы, иди. Так, все чисто. Хватай ноутбар и погнали. Спокойно, спокойно, спокойно. Думаешь, охраны много? Я спокойно, видишь, с ними разобрался. Да блин, тут кругами хожу.
куда нам надо с вами идти. Серьезно, ты сказал, что там Кайсон, полно охраны. Забираю ноут паренька. Эй! Фикасик. Да. Что за дерьмо творится? Не парься. Я возвращаюсь. Блин, ни черта не вижу. Не думаю, что много. Ох, ни хрена у вас, пацаны-то, вам там откуда столько появилось-то, Ни хрена. Я что-то как-то вас вообще не ожидал там увидеть. Я думал, быстренько слиняю и все. Здравствуй, говно. Брать, стоять! Руки не опускать! Руки не опускать. Тихо. Что? Пиздец, вас тут как говна за баней. Эй, туда! Выходите по одному, давайте. Вперед, пацаны, чё? Вы ж такие умные все, да? Ты сука. Сюда! Берегись! Сюда! Здравствуй. Родимый. Ой, бляха-муха, вас тут-то... Как говна за баней, серьезно. Чё? Ещё целая куча появилась. Туда, туда! Больше приходит! Отлично, я... Я снял этого, как его? Эй, сюда! Чувака, который гранаты бросает. Я нашел его! Отвалите нахрен отсюда, ублюдки. Все. А, блин, мне же надо за этим чмурем вернуться. Ты, сука, уже сбежал. Вот ты говнюк. Да ладно! Фак. Вот херня! Гавни! Ты вовремя, Мендоза. Сваливаем. Ну все, пошли. Согласен. Куда идем-то, Тайсон? Стой, где парень? Не знаю. Испарился. Мне нужен ноут. Я сказал тебе ждать в багажнике. Потом побеседуйте, валим! Валим, валим! Пошел, пошел, пошел! Поехали! Обходи! Налево! Налево! Прибавь газку! Да, направо! Вдоль реки, не останавливайся! Да я как бы и не пытался. Тайсон, стреляй в них. Вот как хреново, это видно все. Давай. Ты дурак, где ты там, что ли? Какого хрена вы на
говорили, парни! Ох, нихрена, ты из РПГ-то в другом месте постреляй, слышь, мудак. Серьезно, прекращай с этим говном. Газ полный! Ооо, серьезно! Вы шутите? Я всего лишь врезался. Но. Пошел, пошел, пошел! Ладно. Обходи! Налево! Налево! Кривай в газку! Да тут не сложно. Направо! Вдоль реки, не останавливайся! Газ полный! Газую, я газую. Блин, дали бы хоть сохранить. Давай, рули. Ты дурак, где ты там, что ли? Какого хрена вы натворили, парни? Тихо, бумер, все в порядке. Сейчас от РПГ отобьемся немножко. Намаз. Съезду направо. Да ладно, Райзер, я потом направо. Займись ими. Я не могу стрелять, когда все так дергается. Давай поменяемся. Хватай баранку! Ладно, ладно! Да. Давай, держи руль, держи! Готово, готово! Давай. Тоже не. Тормозни на углу и прикрывай. Давай застанем их врасплох. Куда стрелять? Давай! Бей! Так, не знаю. Да, готов, пойди! Вон еще один! Пора двигать! Да! О, черт! Воу-воу-воу-воу! Не хватает. Надо валить отсюда. Лос-Анджелес, подземка пустует. Давай, 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 давай. Ник, залезь обратно в тачку. Один все еще на хвосте. Я знаю. Бой! Я прижал нас. Стреляй, стреляй по тачке. Да. Да больше так не делай. Писец, это было сложно. И мы что, выполнили миссию? Так, это было круто. Почему целая армия охраняла этот склад? Видел наркоту? Какую еще наркоту? Тачки. Дай ему премию. Они разбирают тачки? Набивают их наркотой и собирают их снова. И продают в дилерском центре. Эх, жаль, сам не догадался. Это дилерский центр Канга. Тачки со всего мира привозят поездами. Канг набивает эти тачки наркотой. А парни Доуза отправляют поезда. Парни Доуза. Да ладно. Поезда разгружаются прямо у мастерской Канга. В смысле, это недалеко. Загляните туда. Давай отстраним этого Канга от дел.
Почему бы и нет? Сегодня как раз тихий денек выдался. Да, денек сегодня нормально выдался. Погоди мне по снаряге, что тут? Ну, в принципе, ладно, ничего нет. Так, операции управляют оттуда. Надеюсь, это не зря. Бумер, не зря, если умеешь. Это навредит Доузу. Кто все-таки этот ганг? Крышует центр Лос-Анджелеса, любит засовывать людей под пресс. Жена красавица, хорошо платит. Неплохо вроде все, кроме пресса. И еще он стоит во главе операции Доуза. Если его завалить, Доуз останется без друзей. Да, давайте завалим. Ублюдка. Пацаны, идем. Не отстаем. Ага, поехали. Видишь, там разгружаются парни Доуза. Корейцы побаиваются им. Пошли и познакомимся. Познакомимся или перебьем их нахрен? И начнется война группировок не когда-нибудь, а именно этой ночью. Валерия! Не дергаться! Что происходит? Заткнулись, дураки, я не понял. Нет, я прикрою. Я иду. Да, сука. Зашибись ты, прикрывальщик Тайсон. Можно было как-то по-другому-то прикрыть, на самом деле. Серьезно. Когда же мне в этой игре уже дадут снайперку? Ладно, поехали, сейчас я с вами церемониться. Да что я стреляю все время? Я прикрою. Я иду. Давай, 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 Мендос, Мендос, давай, 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 давай. Оп, остановились. Оп, не утонули. Я с тобой, Ник. Ладушки. Так, тут много, поэтому надо будет работать четко и быстро. Хорошо. Дадим газу. Да-да, давай. Поехали, бумер. Ох ты ж, ёпта. Там, по-моему, из минигана херачит. Тай, ну ты-то куда лезешь? Он ушел туда. Фак, вот это дерьмово. Не хочу, чтоб меня подстрелили. Береги! Ник, бегай! Тихо, 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 тихо. Ложись! Эй, куда? Быстрее! Дерьмо! Давай. Окей. Откуда меня ранили-то постоянно, а? Так, смотрим. Фак, серьезно? Что за говно, Давай же убей его, Тайсон. Он где-то здесь! На. Так, там чувак из минигана шмалит. Хорошо. Минус охрана. Пойдем. Пойдемте попробуем сверху, может зайти получится на этого миниганщика. Вот дерьмо. Оп, нас потеряли. Да, попробуем здесь обойти. Факин, блин! Вот дерьмо.
еще один удар. Слышь, ты кем себя возомнил? Все, Ганга устранили. Вот это жахнуло. Похоже, это главный склад. Да здесь этой наркоты на 10 миллионов баксов. Ты что, человек наркодождя? Ладно, оставим это копам. Я не позволю копам забрать это. И что делать со всем этим? Мы в Лос-Анджелесе, я могу разгрузить это за 6 дней. Да о чем разговор? Знаю я тут одного баскетболиста. 4 дня. Тайсон, я не шучу. Уходим. Я заберу это отсюда. Можешь помочь, если хочешь. Этот погрузчик еле-еле плетется. До Голливуда неделю ехать будешь. Ну, давай же! Эй, Тайсон! Да вижу я! Да что копаешься тогда? Толкни эту хрень еще немного! Может, сваливать пора? Тайсон, блин! Давай сюда, толкни! Давай! Вот дерьмо! Ни слова. Здесь могла быть ваша шутка. Вот такой вот получился наш 6-й эпизод, который назывался «Банкрот». Ну, собственно говоря, мы его с вами прошли успешно и увидимся с вами в следующих сериях, в 7-м эпизоде, который называется «Стеклянные дома». Все, всем пока.